Привет, бро! С тобой воблер, я успею поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз. Два. Три. Молодец, что успел поставить. Это у нас игра Dictators No Peace Country Balls. Мы с тобой продолжаем захватывать весь мир в этой игре. Поэтому присаживайся поудобней. И досмотри ролик до конца. Итак, у нас ядерная бомба. Какой-то есть подарок. Выбери страну. Нам надо выбрать страну и ее бабахнуть. Если честно, я хочу сейчас это проделать из Франции. Потому что французы меня задолбали. Они захватывают всю Африку. Вот Франция. Нажимаем кнопочку. Все, получайте ядерную боеголовку от Воблера. Как ты помнишь, в прошлой серии мы с тобой под конец ролика захватили Турцию. Но тот, кто досмотрел до конца, тот знает, что произошло в тот момент. Кто не досмотрел, блин, сейчас я вам расскажу. Захватил Турцию. Там были ребята-повстанцы. И я уже такой подуставший неправильно прочел инструкцию. Что надо было сделать для того, чтобы повстанцы не вернули эту страну себе. И в итоге, ребята, было довольно больно. Ущерб нанесен, уменьшено на 40, до 48. Отлично. Смотри. Получается, у повстанцев была сила пехоты, да? 42. И мне надо было пехоту прокачивать тоже 42. Я почему-то подумал в прошлой серии, что надо все. Я чуть-чуть просто не дочитал как-то, не совсем сообразил. Я думал, что все силы надо, чтобы были 42. То есть у меня по всем было в районе, по-моему, то ли 60, то ли до 100. А вот этих не было. И Турция раз сама себе все вернула. Это был эпический, ребята, фейл. Ну, ничего страшного, на этом мы учимся. Сегодня мы с тобой будем продолжать захватывать другие страны, а также у меня есть идея. Мы будем подрывать экономику этих стран, вы поняли? Повстанцы, для начала надо разобраться с Россией. Есть тут Казахстан, есть Россия. Давай с Казахстана, тут не все так у них и круто. Берем повстанцев, будем их снабжать, смотрите, всем, чтобы у них было 3 звездочки. И пусть они там мешают. России. Но хочу напомнить, что это у нас игра 1900-х и 1950-х годов. Потому тут, возможно, страны некоторые не так называются, как сейчас в реальной жизни. Но в то же время довольно интересно. Множество стран осталось таких же. И эта игра, мне кажется, намного круче, чем география в школе. Как мне кажется. Ну что? Смотри, у нас все круто, а добыча в секунду 34. Сейчас мы с тобой давай захватим Болгарию. Пишут, Воблер, давай Болгарию, что ты не захватываешь. Ребята, идем. Давай мы возьмем ее. В принципе, что мы будем делать? Какой вообще план на сегодняшнюю серию? Во-первых, мы будем исследовать и захватывать новые страны. Во-вторых, мы будем подрывать экономику крупнейших стран в мире. Для этого мы должны сейчас с тобой определить, что за страна. Понятно, это у нас Россия, Германия, США, Австралия, Канада, Франция. По Франции ядерное бомбанули. Все, в принципе, отлично. Тут, смотри, не слабо мы тут повоевали. Вы выиграли войну. Потери есть. Что тут у нас? Результат: Болгария под нашим контролем. Давай мы Болгарии, конечно же, качнем тут людей. Вот, и флот давай качнем. Надо, чтобы все было нормально. Болгария у нас. Тут, в принципе, вижу, что-то по звездочке чуть-чуть не хватает. Кто-то уже нападал. Это Албания. Вечно ее атакуют. С этой Албании вообще жестко не везет. Тут есть авиация. Давай мы тут восстановим. Конечно, мы видим, наш флот жестко пострадал. Сейчас нам надо его восстановить. У нас мало денег. Для этого нам нужно... Во-первых, смотрите, что нам надо... пополнить войска и уже захватывать другие мелкие страны. С Африкой мы завязали. Африка открыта. Не скажу, что здесь сложно, можно было бы захватить. Но это в будущем. Для начала давай посмотрим, что можно захватить возле Амазонии. Тут где Бразилия. Что вообще здесь есть и кому это вообще все принадлежит. Ага, текущая военная база Украины. Изменить. Да, изменяем на американскую. Сейчас мы сюда перебазируемся. Не победили против... Бельгия захватывает. Хорошо. Наши бойцы переместились сюда. Для начала нам надо восстановить. Тут у нас что есть? Давай посмотрим, что по странам. Кто тут вообще живет? Насколько они сильны? Ну, тут все. Слабаки. Идем сюда захватывать. Повстанцы вижу. А, у нас слабенькая армия. Вы поняли? То есть армию надо прокачивать. О, тут мы победили.
Это что у нас было вообще за страна? Суринам. Гайана. Ну, давай мы вот здесь тоже прокачаем, конечно же. Увеличим экономику. В любом случае надо увеличивать. Надо восстановить. Что-то у нас по солдатам вообще слабовато, смотри. Снизу вверх идем. По чуть-чуть. Все, сила 62. Что по флоту? Флот у нас 43. У нас добыча 35 в секунду. Продолжаем дальше захватывать. Гайана. Ну, блин, Гайана... Дело в том, что смотри. Тут есть повстанцы. Они нам могут мозг, конечно, тут повыносить. Но давай постараемся все-таки что-то сделать. У них слабая армия была. Так, результат битвы нам не нужен. Давай мы тут увеличим. Давай сразу флот качнем. А у нас даже денег нету. Ну давай все-таки флот качнем. Потому что в будущем на нас будут нападать. Экономика. Приносит одно. Золото. Это что за страна? Давай глянем. Венесуэла. Ну, она довольно мощная. В принципе, это Венесуэла. Дальше идем. Колумбия. Да. Колумбийские бароны. Эквадор. Дальше. Перу. Боливия. Боливия, кстати, ну такая себе там у них. Морского флота нету, есть авиация. Но тут уже мы видим страны неплохо-то заряженные. Чили. Чили вообще, конечно. Аргентина. Ну все, тут порт. А вот еще какая-то малюсенькая страна внизу. Ты кто? Уругвай. Блин, жестко заряженные эти страны. Кстати, вот тут Куба. Куба, мне кажется, она слабая была. Давай мы ее просто бабахнем. Вот это. А, это Доминиканская республика. Стоп, а Куба? Куба чуть-чуть левее. Значит. Давайте воюйте. Так, тут у нас письма. Гайана. Окей. Так, Гайана, все там нормально, расслабьтесь. Ой-ой-ой-ой, у нас тоже не слабо-то уходит. Ого, вот это потери! Слушайте, вы выиграли войну. У него 41 был. А как так мы жестко потеряли? Я что-то думал, что у них поменьше будет, слушайте. Какая-то страна была сильно. Зря я сюда полез. Зато смотри, мы можем здесь не слабо-то качнуть экономику. Страна мощная, надо сюда ее больше вылить денег. Чтобы в будущем ее защищать. Давай 2000 сюда. Пусть у нее 40 будет, ребята. Потому что страна много чего приносит, вы поняли? Дальше смотрим. Ты кто такой? Гаити. Берем Гаити, потому что там... Ай, я же войска свои не восстановил, смотри. Ой-ой-ой, надо срочно пополнить войска, потому что... Очень нам жестко. Кстати, про ядерную бомбу, ребята, она заряжается раз в 40 минут. В реальной жизни должно пройти 40 минут, чтобы она там возобновилась. Ваши шпионы имеют следующую информацию. Короче, Италия будет нападать на Албанию. Обновить ваши местные силы. Найти на карте. Если вы не знаете, где она, найти за 90 тысяч золота. Вот зачем нужно здесь учить географию. Я знаю, где Албания. Албания, это вот тут вот, блин, в Европе. На которую постоянно все нападают. Албания, иди в баню. Вот она, смотри. За 90 тысяч. Нормально. Добыча 39 в секунду. Так, самолет, падай. Здесь надо жестко восстановить. У нас реально нету армии. У нас вообще ничего нету. Флот у нас... Флот вообще тоже побитый. Че с флотом? Жесть, флот 39. Я понял. Давай на Багамы идем. У них тут что-то Великобритания, еще кто-то. Ну, это там слабо. Сейчас мы возьмем, и у нас будет плюс еще. Отлично, тут мы справились. Давай мы, конечно же, прокачаем. Давай сразу будем еще вливать чуть-чуть. Полторы звездочки. Потому что надо больше выливать. Одной звездочки в будущем будет, наверное, недостаточно для того, чтобы держать оборону. Дальше. Сорокет у нас. Вот здесь вот у нас... Ну, по-любому, это Куба. Да, я с Кубой ошибся. Что-то она была левее. Я помню, что она была возле Америки. Куба мощная. Фидель Кастро там. Ну, давай мы можем, в принципе, заняться подрывной деятельностью. Пусть они там... Ой-ой-ой, все, все, хватит. Хватит. Пропаганда достигнута.
Одной звездочки хватит. Это что за страна маленькая, потому что там очень дорого. Ямайка! Ямайка! На-на-на-на-на-на-на-на. Какая-то песня там есть, что-то с Ямайкой связано. Давай мы Ямайку и завалим. Мы уже дошли куда. В Ямайке тоже не слабо было, но мы круче. У нас самые крутые войска в мире. Так, 1000 давай вкинем. Что тут вообще по странам? Белиз, нормально. Гватемала. Хорошо. Гватемала, кстати, заряженная страна. Сальвадор. Блин, Сальвадор надо брать, пока он слабый. Чтобы он нам приносил. Сальвадор. Завалить. У него вообще войска слабые. У него 9 была. А, ну так себе. Чё я думал, что слабые. Нифига они не слабые. Все равно, говорю, восстановите армию, а сам воюю, да? Ну хочется, хочется захватить страну, прям аж руки чешутся, прийти кого-то и бомбануть. Ладно, где наша база? Давай будем восстанавливать, а то у нас тут вообще жестко есть потери. Бразилия мощная страна. Можно, в принципе, тоже заняться какой-то... А что у нее по силе? Давай глянем. Армия 98-99, Бразилия, да. Мощные ребята. Давай, наверное, в Бразилию будем тоже вкидывать, продавать наркотики. Давай мы все в мощных странах будем продавать наркотики, чтобы подрывную деятельность увеличить, да? Все, плюс звездочка. Это дешево, сердито. Это намного выгоднее, мне кажется, чем... Так, а что тут мы можем? Разделить массы. Прикольно. Смотри, мы везде... Берем, увеличиваем. А что с Францией? Кстати, Франция. Французы, я вас снесу. Давай мы тоже им что-то отправим за 3 копейки. Ладно, пока мы давай будем нажимать на самолетики. Тут мы все, в принципе, исследовали. А, нет, еще какие-то есть мелкие страны. Вот это что за страна тут? Это кто такой тут? 5-5-5. Колония Великобритании. Эй, самолет улетел. Давай возьмем эту колонию. Атакуем. Белиз. Нормально. Так-то они возле Мексики тут. Давай. Ага. Завоевали. Тут нам ничего не надо. Так, отличная работа. Гайана, я понял. Что-то буквами все закрыто. Я не вижу, где тут что находится. Давай мы сразу качнем вот так вот до 40. Потому что страна находится далеко. Надо уже, чтобы минимум было 2 звездочки везде. Ладно, просто открываем и смотрим. Ничего не делаем, смотрим. Гондурас. Гондурас слабый, можно туда, в принципе, напасть. Никарагуа. Тоже слабая страна на данный момент здесь в игре. Так, что у вас? Бенин. Ого, а Бенин, что-то знакомое. Где-то этот Бенин? По-моему, он в Африке. Так, так, так. Где вообще Африка? Это не сюда. Бенин. Вот он, Бенин. До 6. Буду тут, походу, шалить. Давай мы сюда 1000 вкинем. Потому что там 6 заберут. Видите, тут пока с Африкой нормально. Пока никто туда ничего не нападает. Войска восстанавливаем. Вот, ребята, Панама. Панама слабая. Скажи мне, мама, где моя Панама? Не, ну да, Панамский канал, он, конечно, довольно прибыльный. С кораблям не надо вообще оплывать Америки для того, чтобы перевести груз. Панаму берем сразу. Мы ее взяли. Давай мы сразу увеличим. Пока 1,5 у нас звезды. И тут качнем экономику. Так, Панама вообще должна много денег приносить. Нефть. Мне кажется, что Панама зарабатывает только от своего канала. То есть реально, да, расположение страны. Не надо никакие вообще в мире ресурсы. Ты просто находишься так, что через тебя проходят все корабли мира, да? И ты такой, ну блин, нормально, в принципе. Бабки идут с никуда и будут дальше идти. Если в каких-то странах нефть заканчивается, то корабли, грузоперевозки, они никогда не закончатся. Потому что они все равно это будет дешевле, чем плыть вам через эти огромные океаны, чтобы обогнуть Америку.
С Панамой разобрались, Бенин. Так, ну я понял, что... Франция. Хитрожопая Франция. Ну, французы, они же там... Никарагуа, руки вверх, к тебе воблер пришел. Сдавайся, ты будешь теперь нашей колонией. Отлично. Прокачиваем армию тут сразу на тыщенку. Отлично. Что тут? Гайана. Да нормально там все на Гайане есть. Пока даже не заморачиваемся. Прокачиваем экономику. Давай мы... Что тут? Повстанцы. Вот смотри, мы можем сюда вот так вот качнуть за 3 копейки. А потом просто прийти и атаковать. Гондурас. Смешное название. Давай. Отлично. Тут мы завоевали. Плюс еще повстанцы. Видите? Нормально. Тут все суммировалось. Давай. Тут есть повстанцы. Значит, сразу надо много вкидывать. И тут экономику тоже прокачаем. Итак, мы тут пошалили. Давай мы, наверное, все-таки переместимся в Индийский океан. И тут уже попробуем тоже повоевать. Ваша военная азиатская. Изменить локацию. Переходим сюда. Сейчас мы тут попробуем, что мы тут с Китаями повоевать. Ну, Китай мощные ребята, конечно, я вижу. 500. Пока наши плывут, они уже приплыли. Мадагаскар. Штучка прикольная, Мадагаскар, но... Там животные, пока их трогать не будем, да? Индонезия. Так, в Ой, мощно, слушайте. У нее хорошая авиация. У нее даже обычных войск нету, просто авиация и флот. Ну да, зачем ей обычные войска? Они могут просто либо на море всех завалить, да? Так, объявление. Это у нас за 25. Не нужна мне ваша Гвинея. Давай смотрим здесь. Сингапур. Ну, такой себе. Можно взять. У него что-то не сильно тут все. Атакуем. Возьмем его. Под свой контроль. Так, самолет, падай. Вроде бы же ничего там страшного не было с Сингапуром. Давай мы его... Что-то долго война идет. Ой-ой-ой. Что-то потери идут такие жесткие. Ой-ой-ой. Что за дичь? У них было 50? А как я что-то не досмотрел? Там еще Британия. Ну, все. Ну, Сингапур, он большой, по идее. Мне кажется, он должен много бабла приносить. Давай сразу еще двушку сюда вкинем, потому что Сингапур, походу, мощный. Что по экономике? Ого! Экономика жесткая здесь. Так, срочно надо защитить Сингапур. Смотри, он 3 приносит. Это жесть, надо армию прокачивать. Недаром мы его взяли. Конечно, у нас там вообще ничего не осталось. Но теперь у нас 49 секунд. Давай еще качнем Сингапур. Потому что вдруг мы куда-то уйдем, там где-то будем воевать. А он, чтобы сам себя защищал. Плохо, что у него нету ни флота, ничего. Давай мы 3 вкинем в него. Вот, все, в защиту. Пусть будет. Жестяк. Ну, мы взяли его. Это круто. Индонезия. Блин, она такая большая, эта Индонезия. Мне кажется, она тоже будет много чего приносить. А можно тут... Ай, стоп. Я что-то не туда посмотрел. У Индонезии вот... Она такая огромная. Она занимает много различных островов. И она реально крутая. Смотрите, у нее здесь еще армия. 60, 60, 30. Жестяк. Вот это жесть. Ладно. Надо, я бы сюда, если честно, ядерное бабахнул, а потом пришел бы, забрал. Малайзия. Ну, такое себе что-то. Пока что мы слабы. Пока Филиппины. Филиппинские острова. А что у нас тут? Стоп. Ну, Япония, она по-любому мощная. Тут и спорить... А чё? А, ну да, у него 5 звезд. А чё я думал, что... Я просто... У них тоже есть повстанцы. Короче, повстанцы есть везде. Всегда есть недовольные люди. Да, ну тут уже Россия, тут Советский Союз. Давай глянем, это у нас что за страна? Папуа-Новая Гвинея. Понятно. Ну, Австралия тут, само собой, что... Понятно, что Австралия. Большая...
Можно торговать, там все такое. Давай мы глянем, что здесь. О, Новая Зеландия. Ну так, она расположена, черт знает где, конечно. Это Новая Зеландия. Блин, ну вот это мне, конечно, манит. Манит, ребята, меня Индонезия. Чё-то я захотел эти все острова взять. Мне кажется, она будет много приносить. Блин, ну ты Гондурас, что с тобой не так? Будут атаковать гондурасов. Давай мы с тобой разберемся. Ты вот здесь вот находишься. Ты возле Никарагуа. Так, Гондурас. Ну, Гондурас тут нормально защищен. Что с ним-то разбираться? Гондурас, он нормальный парень. Давай, нам надо 2000 еще насобирать. Вот. Наркотики. Флот, флот. Что у них по флоту? Флот 60, авиация 60. У нас флота что-то слабовато. Чтобы у нас весь флот тут не умер, а? Поставь. Индия тоже не слабо, смотри тут. Шри-Ланка под Индией. Пакистан под Индией. Бангладеш. Мьянма тоже под Индией. Афганистан, там вечно какие-то траблы. Киргизия, мне кажется, Киргизию. Ай, Киргизия, а чё это вы такие? Ай, Таджикистан, Киргизия, их можно брать. Смотрите, у них вообще тут ничего не защищено. Так. Атакуем. Давай. Пришли, повоевали. Чух-чух-чух-чух. Все, взяли. Легкая была добыча, Киргизия. Ну, потому что она как-то слабо тут у нас. А, у них еще авиация. А мы тоже, нам уже надо прокачивать. 1000 сюда вкинем в авиацию. А, вдруг будут повстанцы, то надо будет... Ладно. Давай все-таки авиацию от наступления. И, конечно же, экономику качнем. Ну, Киргизия приносит одно золото здесь в игре. Не сильно-то она и прибыльная страна. Так, что у нас? Лаос. Да, Лаос там нормально. Хитро, конечно, вот это в игре сделано. Хочешь подсказку, где находится страна? На тебе. Получай. За денежку. Ну, вообще, это правильно, мне кажется. Вот все новые захваченные страны надо прокачивать до 2 звезд, а потом, если будут где-то нападать, мы будем знать, что... Так, слабо прокачанные страны надо прокачивать. Экономика. Давай его сразу. Потому что я вообще куда шел, ребята? Вы же знаете, что мы с вами целились на Индонезию. Дальше будет, знаете как, я вам расскажу. Дальше мы не будем вот каждую секунду смотреть. Я буду делать какие-то паузы 5-минутные. Либо на 3 минуты, либо на сколько по времени. Мы с вами будем собирать золото, потом раз, включаемся, воюем. Когда есть что делать на карте, я озвучиваю, мы делаем. Когда надо просто ждать, собирать золото, ну смысл тут... смотреть в карту, на которой ничего не происходит. Ну, кроме, конечно, того, что летают самолеты. Я уже насобирала почти 45 тысяч. Прошло больше 5 минут. Ничего интересного здесь не произошло, кроме того, что были некоторые повстания. И сейчас мы будем захватывать, ребята, Индонезию. У вас возникает вопрос, я уверен, почему ты, воблер, не захватываешь все подряд, там, Африку, чтобы это было красиво? Ребята, мне не нужна красивость, мне нужен результат. Я вижу, где слабая страна, я ее беру. Сейчас мы будем брать крупные страны, потому что у нас много денег, сейчас будем все подкупать. Потому давайте посмотрим, на что способны денежки здесь в игре. Вообще, деньги намного еще способны в реальной жизни. Здесь они тоже не слабо нам, конечно же, помогут. Смотри, 70. Мы можем здесь сразу нападать. У нас есть повстанцы. Бахаем, ребята, Индонезию. Поехала атака. Понимаю, что, возможно, сейчас будут потери. Пошла авиация. Пошла драка-драка. И мне кажется, что сейчас мы сможем тут не слабо, в принципе, заработать. Главное, чтобы не было здесь проигрыша с нашей стороны. Давай, давай, плюс у нас еще повстанцы. Давай, повстанцы, вы что же на нашей стороне? Я же вас спонсировал. Отлично, вот так вот. Смотри, у нас было 60 плюс 40, а у них всего 60, видите? И мы нормально так-то продержались. Тут у нас торговая скидка, не надо нам ваши скидки. Отлично, Индонезия крупная страна. Надо ее, конечно же, здесь не слабо защитить. Во-первых, нужно защитить от самих себя. А во-вторых, от нападения. Да? Давай мы прокачаем экономику. Что тут вообще с экономикой? Мне кажется, тут вообще будет бомба. Ого, мы можем прокачать. Смотри, она будет 4 приносить.
Эту страну надо срочно хорошо прокачать и защитить. Потому что будет много людей, которые захотят ее убрать. Во-первых, тут будут повстанцы. Значит, давай качаем вот так вот. Смотри, сколько мы денег выливаем, чтобы никто не мог занять нашу страну. Я больше не сделаю ошибки, как с Турцией. Все, мы это все взяли. Смотри, теперь мы восстанавливаем все. Вы поняли? Я увидел Монголию. Вот Монголию можно взять. Я вот приметил, пока денежки копились. Вроде бы с Монголией вообще тут все просто и элементарно. Мы сюда вкидываем им звездочку. А потом просто идем и нападаем на нее. У них слабая авиация. Тут что-то Китай, конечно, ее присвоил. Но мы сейчас отожмем. Просто будем влетать и разрушать все. У нас уже пошли денежки очень быстро. Так, Босния, Герцеговина. Ну, тут все нормально. С Боснией у нас до 6. Я знаю, где Босния. Сейчас мы туда пойдем и разберемся. Так, тут у нас есть и авиация, и все. Дело в том, что это от иностранных захватчиков, а внутреннее вот это от внутренних звездочки. Вдруг там кто-то будет что-то против нас противостоять. Так, угольные шахты в Монголии. Ну, Монголия довольно бедная страна, насколько я знаю. Даже сейчас она бедная. Ну, что там степь, там такого ничего интересного нету по добыче ресурсов. Так, Босния-Герцеговина, это вот здесь, вот насколько я помню, в Европе это находится. Тыщенку вкинем. Отлично, самолет взяли. Хорошо. Дальше идем. Ядерная ракета заряжается, скоро ядерная по чем-то бабахнем. Можем, в принципе, с Африки начать, неплохо. Я хочу такие крупные какие-то страны позахвачивать. Вот Камбоджа. В Камбодже мы можем что-то спонсировать. Вьетнам. По-моему, в Камбодже тут все слабо. Давай мы ее и захватим. Как раз это рядышком с нашим Лаосом. Давай, бахнем Камбоджию. Франция. Бахом, у нас мощная армия. В принципе, там ничего сильно тут и не потрачено. В Монголии мы там сильно и не повоевали. Смотри. Сразу берем страну за страной. Но тут надо уже все прокачивать жестко, конечно. Тут по звездам надо уже деньги выливать. Не слабые. Чтобы другие страны сюда, когда придут, и могли уйти. Мы их можем просто отправить домой. Понты вообще. Смотри, берем страну за страной. Будем так, каждые 30 секунд брать страну. Успевать, ну хотя бы минута страна, 10 минут, 10 стран, представляешь? Вот это будет жестко. Давай мы тут все вкидываем. 2000. Вот, отлично. И тут, конечно же, экономику. Все. Так, где наша база? Нам надо тут восстановиться. Что у нас тут? Мы вообще мощные. Мы можем уже огромные страны поглощать. Просто разрушать на месте. Надо больше денег, чтобы мы сразу как бы подрывали их экономику. Да, то есть такой вот подрывной деятельности. А потом все захватывали. Давай, что такое? Малайзия. Давай мы вот это все сейчас захватим. Че вы тут? Чтоб уже сюда не возвращаться, а знать, что это принадлежит нам. То мы можем тут о повстании. Что-то нету повстания. Ого, 30-50, авиация. Корабли. Нет, короче, пошли в Африку. В Африке они тут что-то слабое, я видел. Кто тут? ЮАР. Сейчас будем с Африки начинать. Тут страны небольшие. Сейчас мы бабахнем сразу пол Африки. И тут и так, на самом деле, немало Африки нам принадлежит. Хотя надо, мне кажется, сюда на базу переместить. Давай на африканскую. Бьем ЮАР, ребята. Тут порт. Короче, где порт, там много денег. Вы поняли? Вот простая математика от Воблера. Бьем ЮАР, Великобритания. Тыщ, наши приплыли войска, самолеты. Тыщ, начали взрывать. Они такие в шоке. Говорят, о боже, что происходит? Нам жестко приходится. У нас 58 в секунду уже. Ядерная бомба. Сейчас мы еще ядерно куда-то бабахнем. Так, самолет, падай. Долго война идет, жесткие потери. О-о-о! Вы выиграли, но не слабо у нас было по потерям. Давай посмотрим, что тут вообще. О-хо-хо, страна просто громадина такая нереальная. Конечно, надо ее всю защитить. Что по экономике у нас? Давай глянем. Ух, так, она может нам, да, принести троечку. Да, 3. Снова золота нет. Все. В
приносит 3. Это кто такой? Гондурас. Да что с вами не так с этим Гондурасом? Ну, Гондурас вечно. Какие-то траблы там. Бьем ядеркой по... по России. Поехали. Начинаем. Код 329. 329. Ребятки, не надо тут бомбить, моя страна, не надо там стрелять, либо не надо ядерную скидывать. Это игра, и вы ведите себя достойно. Полетела наша ядерная боеголовка. Сейчас посмотрим, на что она будет способна. Откуда она полетела? А, она отсюда летела. Она, черт знает, откуда летит. Давай. Сколько у них силы? У них сила 98, 99, 99. Ну, мне кажется, мы можем даже ее сейчас и захватить. Смотрите. Если мы сейчас ядерной бомбанем. Так, сила удара пошла. Так, страна какая мощная. Тут экономика, наверное, вообще будет жесткая. Так, до 48 мы ослабили. Давай мы сюда вливаем. Смотрите, будут звездочки. Мы сейчас захватим Россию. Мы ее реально захватим. Смотрите, у них... у нас тут 48 уже. У них 49, все. И мы сейчас просто бомбанем. Ха-ха-ха-ха! Даже не думая, не гадая, сейчас мы ее возьмем. 48, короче, везде надо, чтобы было больше, чем 50. Плюс у меня там еще повстанцы есть, которых я снабдил. Все, сейчас берем Россию. И на этом мы, наверное, завершаем сегодняшний ролик, ребята. Так, у нас тут 62. Тут у нас все четко и замечательно. А вот с флотом у нас слабовато. Флот нужно прокачать. Давай сюда. Флот, смотри какой. Жесть. У нас добыча 61. Сколько Россия принесет, мне интересно. Идем атакой. В атакой на Россию. И получается, другие страны, которые она контролирует, они будут довольно слабы. То есть Беларусь, там, Финляндия, Литва, Латвия. Они тоже будут независимые и они будут слабые. Пошла атака. Ну чё? Драка, драка, драка пошла. Смотри, битва. Берем Россиюшку. Хо-хо-хо-хо, вы выиграли войну. Вот это мощь. Гаяна Гаяной. Но Россия... ох, смотрите. Вот и все страны стали... а, не все. Эти стали белые просто, независимые. Мы потом можем даже Казахстан бабахнуть, потому что он стал независимый, плюс там 3 звезды наших. Это реально мощно. Давай мы сразу укрепим. Я уверен, что здесь будут жесткие повстанцы местные. Потому что Россия большая. И нам надо это все укрепить. Что по экономике? О, боже мой, какая она громадная страна. Ребята, шоколадная фабрика. Я не помню, чтобы в 50-х годах была шоколадная фабрика. Алмазы, рудники. Ага. Алмазы, да, нефтяные продукты есть. Нефть тоже есть. Ну да, нефть, газ. Это все, что касается природных ископаемых. Плюс 5 приносит Россия. Где флот? Где русский флот? Я его просто не вижу. Его тоже надо качнуть. А, он все тут прокачивается. Срочно вливаем все в Россию, потому что страна мощная, приносит много денег. Я уверен, что с ней будет много казусов разных. Смотрите, то есть особенно я думаю, что повстанцы будут нам мешать. Они до 60 даже могут быть прокачаны. Если мы потеряем Россию, то есть мы ее потом завоевать не сможем. Будет это как с Турцией. Я Турцию он просрал жестко. И капец, чтобы ее взять, теперь нам надо, ну, как минимум, ядерная бомба. Либо подрывная деятельность. Потому здесь надо все вот это прокачивать до 60. Если мы тут на 80 сделаем, то повстанцы никогда не смогут захватить страну, вы поняли? Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы завершаем эту серию. Как вы видите, она была довольно плодотворная. 65 в секунду мы захватили Россию, Монголию, Индонезию. Для меня осталось открытием это то, что вот тут Гаити. А, Доминиканская Республика приносит много денег. Я думаю, что на следующей серии мы уже нереально жестко пошалим. Мы здесь начнем уже захват...
и у нас будет как минимум 100 тысяч золота, а может даже 200. И мы уже будем бахать серьезные страны. Возьмем вот эту всю Африку, а может даже Австралию бабахнем ядерной бомбой. Короче, будем жестко шалить. А с тобой был Воблер, оставайся на канале и скоро увидимся. Пока.